Всем привет. Ребят, сегодня необычное видео. Скорее, это видеообращение с просьбой помочь. Дело в том, что у моего близкого друга случилось в семье несчастье. Причем многие из вас знают эту семью. Если помните, мы как-то собирали деньги на лечение жене Дениса. Вчера на канале Мир 24 вышел репортаж о Денисе, и, точнее, о его жене Юлии. Болезнь. Нужно дорогостоящее лечение. Но в кадре есть и Денис, это наш с вами коллега, таксист. И спасибо всем огромное, кто тогда поучаствовал. Лечение действительно дало эффект, и она пошла на поправку. И даже больше, у них случилось огромное счастье в семье, и они ждали ребенка. Но внезапно ей стало плохо и потеряла сознание, и врачи ее откачать больше не смогли. Для семьи Дениса это большой удар под дых, потому что в таком возрасте никто не готовится к такому несчастью. И готовы не были ни морально, ни материально. Мы, естественно, поддержим Дениса как только можем, вот, но похороны в Москве не дешевое удовольствие, и даже нашему узкому кругу близких друзей, боюсь, не совсем под силу потянуть это. Поэтому обращаюсь к подписчикам, тем, кто будет смотреть это видео. Большая просьба поучаствовать, помочь нашему коллеге. Денис работает в такси в тарифе Комфорт Плюс, и знаете, вечные вот эти проблемы, аренда, ДТП. Денег свободных вообще не было, и никаких запасов никак не рассчитывали на это. Поэтому любая помощь, которую вам под силу, это может быть и 10 рублей, 100 рублей. Большая просьба, на экране телефон, по этому телефону на Тинькофф. Кто чем может, любой помощи будем рады. Также в описании к этому ролику будут контакты, куда можно отправить помощь. И в закрепленном комментарии также будет этот телефон и контакты, кому отправлять. Заранее всем спасибо. Не дай бог, конечно, с таким столкнуться, но, как видите, бывает. Как сказала сегодня одна из наших коллег, вместе справимся. Если у кого-то возникнут какие-то трудности с переводом денег, в описании также будут все мои традиционные контакты, то есть ссылки для сборов, для донатов. Все деньги, которые будут переведены туда за ближайшую неделю, будут переданы семье Дениса. Всем удачи!